Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Need for Speed Hot Pursuit 2. Сегодня у нас будет чемпионат под названием «Нокаут на острове». Подозреваю, что это будет все-таки, ну, что-то типа выбывания. Жесткая гонка на вылет, по островным окраинам. Так характеризуется это испытание, всего три круга, где последний гонщик удаляется. Закончите гонку среди трех лучших для получения медали. И погнали. Что у нас тут будет? Porsche, Holden, Ferrari. На Porsche мы ездили, но поехали на Ferrari. Красная будет, как обычно, или нет? Давай, на красный Ferrari. Так, 360 Spider, Corvette есть, 911 и тоже Ferrari. 4 соперника, 3 круга. Что там, кстати, по приборчикам? До 340 размечены приборы. Круги, я так подозреваю, что будут большие. Поэтому едем. Ой-ой-ой. К этому управлению еще привыкать нужно. Оно какое-то заторможенное маленько здесь. Или может чувствительность. Ну как-то резко он в поворот очень заходит. Водила этот. Уже была. Только я не понял, скользко там становится или нет. Я даже не заметил этого. Нифига себе. Прикол. Ну, я думаю, да, гонка где-то минут на 10, наверное, будет. С учетом того, сколько мы уже едем. Ого, сейчас взлетим. Ух, ебать, чуть в столб не влетели. Я даже чуть-чуть испугался, конечно. Но это же аркада. Чё тут пугаться? Да. Ну, блин, я думаю, довольно легкая гонка. Если я не буду врезаться более аккуратно, то они мне хер догонят. Почти 3 минуты круг. Ну, как я и сказал, на 10 минут. Они все примерно 10 гонки по 10 минут сделаны. Вроде 3 круга, вроде немного, но трасса очень большая. То
Да ёпта. Хорошо, что тут нет повреждений. Я все равно не понял, скользко тут или нет. Как-то вообще пофигу было. Так, ну чё, взлетаем? Взлетаем. It's the final lap. Какое-то ощущение, как будто дымок за машиной идет. Но она, кстати, не поворачивает, по-моему, нифига. Когда в луже. Кто-то серенький остался. Так, это у нас третий круг, кстати. Наконец-то уже. Иногда кажется, что просто что никогда не проедешь эту трассу. Ты едешь, едешь, и она не заканчивается. Ой, стоп, по-моему, полетели. Фух. Главное, чтобы этот нас не догнал. Товарищ. Он, кстати, вон, ну там, видно его на карте. Фух. Чего-то я даже испугался. Так, лучший круг у нас. Первое место. Да, золотая медаль. Все. Так, это вот этот чемпионат мы проехали. Это значит, что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и увидимся на новых видосах и стримах. Всем пока!
with